Привет, мы продолжаем проходить Fatal Frame вторую часть, она же называется Project Zero. Поехали. Глава 4. Тайная церемония. В первой части у нас отмечалось по ночь 1, 2, 3. Тут по главам идет. Нашли мы, значит, сестру, да? Она вот здесь у нас валялась. Так, аккуратненько. Чик. Дневник с бабочкой. Сегодня в деревню пришли фольклорист и его помощник, мальчик по имени Мунакама. Он сказал, что пришел сюда из-за того, что волновался об Ицуки, постоянно расспрашивал нас о нем. Но нам запретили рассказывать ему что-либо о деревне. Мы не можем сказать ему, что Ицуки заперт на складе и что, скорее всего, он не сможет повидаться с ним. У фольклориста есть особая маленькая коробочка, которая может создавать картины. С ее помощью он сделал наш портрет. На нем мое лицо выглядит немного странно, но все равно это очень полезная вещь. Говорят, что он станет чем-то там, так как мы еще не очищены и не готовы. Мы должны сделать так, чтобы он покинул деревню раньше, чем это случится. Я должна стать одним целым с моей сестрой. Это нормально. Сая. Ага, размытые близняшки. Ну, прям этот, как у нас в звонке фильм. Фотографии выходили, так вот и здесь тоже. Хорошо. Наверное, можно выходить отсюда. Это место. Мне кажется, что я здесь уже была. Почему-то мне становится спокойней. Что это за алтарь? Ну, такой, кстати, алтарь был тоже в первой части еще. Какие-то фигурки. Некоторые, кстати, без головы. На декоративной стойке выстроены куклы. Похоже, это было спальня девочки. Дом обветшал, а у некоторых кукол нет головы. Угу, ну то же самое. Все по идее. Давай выходить отсюда. Дай-ка мы к этому комоду. Нет. О, кто-то на полу валяется. Я когда сюда заходил, тут было чье-то тело, что ли. А теперь это призрак, по-любому. Но пока он не активен. Давай-ка мы как-нибудь стороной обойдем. Все, она встала. Фиксируем. И стреляем. Тихо, не то. А че фиксация не работает? Эй! Не попало, да ё-моё. Так, давай в сторону отбежим. Ну, быстрее ты поворачивайся. Хотя бы так. Урон-то какой мизерный вообще. Ах, удрала, падла. Сейчас по-любому из-за стены вылезет. Главное, чтобы она сестру мою не дернула. Вот это падла. Ну. Пойдет. Нулевой кадр, максимальный урон. Ну-ка, давай заряженным ей треснем. Исчезла. Опять исчезла. Терпим. Стреляем. Ну, немножко сестру задело, но ничего. Так. Сеструля, давай-ка ты в сторону отойдешь. Ну, не видно же ничего. Блин, сестра, по-моему, больше мешает. Но...
Как она долго поворачивается. И тихо, тихо, тихо. Давай хоть так. Как с ними неудобно биться в маленьких пространствах. Где она? Она, значит, сзади, нет? Слушай, не сзади. Откинул. Хорошо. Дай поближе. Сейчас заряжена. Здорово, Лайми. Ну, вот так вот. Заряжен, он треснул ей. Где она? Все, я ее вижу. Пойдет. Все, добили наконец-то. С горем пополам. Там что-то осталось, там где был призрак. Головы кукол-близнецов, хоть они и старые, но сделаны очень красиво. Видимо, это недостающие головы кукол из той комнаты. Ну, я припоминаю, кстати, этот... Сейчас, по-моему, головоломка будет. Как дела? Отлично. Правда, завтра на работу. Черт, не очень хочется. Я уже за месяц отдыхания привык. Завтра смена с утра. Две подряд. Как сам? Так, а давай-ка мы вот сюда выходить не будем. Попробуем вот эти вот две головы присобачить туда, к куклам. Да. Я помню такую головоломку. Мы сейчас, по-моему, будем как-то фигурки переставлять. Принадлежат этим куклам. Да, вставить. Похоже, что в подставке для кукол заработал какой-то часовой механизм. Думаю, я включила его, вернув куклам головы. Судя по всему, я могу двигать кукол, пока он не выключится. Я слышу чей-то голос. Избранная дева становится бабочкой и поднимается в небо. Блин, а я ее читаю болтовню, а у меня время-то идет. Ненавижу пятнашки. Сюда, сюда, блять. 43 секунды у меня на все про все. Нет, не так. 18 секунд. Десять. И раз два я успею. Шесть, пять, да. Понятно. Куклы перестали двигаться, видимо, это происходит по истечении определенного времени. Странная игра, но есть такое. Видимо, ну понятно. Давай, заново, короче. Надо было трёп этот не читать ее. Странные пятнашки, а? Так, одна есть. Это сюда, это сюда, сюда. Есть. Я успел. В маленьком ящичке кукольной полки раздался щелчок. Может, он открылся? Без понятия. В выдвижном ящике что-то есть. Ключ с двумя алмазами. Плоский ключ с выгравированным изображением двух алмазов. У нас... Да-да-да. В самом начале уровня был там двухалмазный ключ такой. Сейчас туда и пойдем. Окей. Ну, естественно, тут без призраков не обойдется. Подожди, что-то еще есть в этой комнате. Уйди, сестра, ну, блин. Где-то тут. Где-то тут что-то есть. Оп. Ребенок у стойки с куклами. А она его не видела, кстати.
Давай-ка мы, наверное... Нет, это не аниме. Я вот не знаю, правда, были ли какие-то комиксы, может быть, манга какая-то была потом по Fatal Frame. Когда прохождение ходячих мертвецов, которые от Telltale Series, ты это имеешь в виду? Или ты про Days Gone спрашиваешь? О, у меня еще какой-то предмет. Так, только аккуратно. Чик, чик. Ну давай три раза. Days Gone. Ну, через пару дней, наверное. Дня через три получается. У меня сейчас две смены с утра будут. Завтра, послезавтра. Так, заметки фольклориста. Сегодня ко мне пришли девочки-близняшки, что живут в этом доме, и дали карту, на которой отмечен черный ход. Они сказали, что темный ритуал неизбежен, и мне надо сбежать отсюда. После этого они сразу же убежали, и я не успел у них ничего спросить. Другие жители деревни вроде не ведут себя странно. Или было странным то, что нас так тепло встретили в этой изолированной деревне. Я решил сказать Мунаками, чтобы он бежал первым. Я уже вообще не помню, кто такой Мунаками. Мио, не оставляй меня здесь. Но сейчас это постоянно сестра будет скулить и не давать мне пройти нормально. Падла. Оп, успел, успел, говорящий мужчина какой-то. Нет, это не мы. Слушай, а тут какой-то замок тоже. Дверь прочно заперта. Возможно, это другой какой-то ключ понадобится. Пока не знаю. От Telltale я не планировал вообще ходячих мертвецов проходить, кстати. Давай, наверное, сохранимся на всякий случай. Хоть как в Resident Evil у нас не, ну, бесконечные сохранения. Все. Запись прошла успешно. Дождь. Он такой холодный. Как она дождь этот почувствовала, если мы под крышей бегаем? По идее, дождь у нас в центре вот этой вот, где у нас деревья растут. И остальная крыша. Блин, я не успел. Черт. Здоров, Арисака. Давай-ка мы загрузимся заново. Мужика хочется этого поймать. Оп. Это первый. Потом на второго надо резко повернуться и щелкнуть его. Но там башка сестры может помешать. Сейчас будем тренироваться, закреплять. Путянки слева. Кстати, да, в этом на второй плойке же игра еще это выходила. А потом на Nintendo Wii они ремастерит, когда сделали, они вообще им лица, ну, более повзрослее девушек сделали. На второй так плойке они вообще какие-то, там, я не знаю, 12-летние бегают. Тут им примерно лет 14-16. Бля, ну там секунды какие-то, твою мать. Хорошо, что сохранение есть. Бля, да вы прикалываетесь. То просто надо в секунду делать. Хуй там, не засчитали его. Ёбаный урод.
Как это быстро сделать, я не понимаю. У меня не работает кнопка, пока она поворачивается. Ну-ка, давай вот так попробуем перехитрить этих сволочей. Вот сеструля моя, да? Ну-ка, спускайся. Сейчас попробуем прям зырить туда. Здравствуйте. Бля, мне надо как-то спуститься. Спуститься, смотря в объектив. Бля, теперь в сторону надо уйти. Во что я там запинаюсь? Ёпа мать. Понятно. Пошел ты нахуй, короче. Вот и все, блядь. Пизду, даже кадр один просрал лишним. Не буду так делать. Игрушка 10 из миллиона. Но, кстати, этот... В принципе, что странно, то, что вообще по таким играм мало стрима. А я не буду его фоткать. Пошел он нахер. Игра прикольная, особенно вот этот уровень, когда... Там давишь этих... Зомбарей. Что? Я опять, блядь, все посрал. Короче. Зомбарей давишь с этим комбайном. Такое еще встречалось у нас, по-моему, в игре Stabs the Zombie. Когда ты за зомби играешь и делаешь других зомби. Тоже игра прикольная. Можно как-нибудь ее поиграть. Тут ремастерит выходил я. Раздавали потом бесплатно ее. Очень странно, но мне, блин, до сих пор пролетает за эту игру авторские права. Там столько музяки, оказывается, с каких-то авторов. Даже есть Five Finger Death Punch, по-моему. Ладно, я хотя бы этот кадр не просрал. На том спасибо. Ну, кстати, вот на второй плойке, когда вот эту Fatal Frame 2 играешь, нам играется немножко тяжелее, потому что у тебя от третьего лица фиксированные камеры идут по углам. Не всегда можно заметить призраков. А тут и вид вообще со спины. Тоже прикольно, кстати. Но чуть-чуть тяжелее в плане том, что наводишь объектив дольше. Вообще, как бы, она же рассчитана на V-Mode с нунчаком. А тут на геймпаде. Попробуй, блин, нацелься. Ну, слава богу, что пятую часть они сделали на ПК, портировав ее с Nintendo Wii U. И еще сделали управление, наконец-то, клава-мышкой. Так что... Третью, четвертую осталось пройти и потом покайфовать на пятой части. А вот четвертая часть вообще на английском языке, и переводить ее не собираются. Майо, что такое? Неважно. Она сказала опять не парься. Мио, ну же, нам надо бежать. Куда бежать-то? Но сестру глючит прямо от души. Фонаря у меня хер. Там кто-то хохочет за стенкой. Я не хочу никого убивать. Тихо. Чего там коснуться можно? О, какой-то предмет. Так, главное, аккуратненько дергаем руку. Чик, чик. Ну, давай 4 раза. Все, не схватили. А, нет, схватили.
твою мать, надрапать. Надеюсь, призрак один. Что там про кусаби он говорит? Да ёпа мать. Я успел вроде щелкнуть его. Сестра, иди сюда, за спину. За спину, чё ты, куда ты смотришь? Вот овца мелкая. И все, я кадр просрал. Пойдет. Нулевой кадр. Я его застанил, что ли? Похер. Давай так. Вот сейчас сложнее с сестрой, потому что она мешает, блин, снимки делать. Пойдет. Нет, не пойдет. Похер, давай так. Да, вообще урон минимальный. Пох. Сейчас, подожди, я прочитаю, что ты написал. Да, урода только замочу. Ну-ка, давай-ка мы его. Вот так вот. Фатальный кадр. Все, он подох наконец-то. Не, игрушки на первую и вторую плойку заебись. Можно... Помню, когда батя играл в первый Обитель Зла, так страшно было, а мне лет 8 было. Особенно, когда зомби первого встретили, я чуть кирпичный дом не построил. Но у меня также только воспоминания с третьей частью. Первый раз почему-то, ну я не почему-то, а я увидел на первой плойке, я увидел третью часть Резидента. Мы взяли у кореша поиграть плойку с другом на пару. На пару дней, там может быть на три дня где-то так. С этими, с дисками. И у него там был вот третий резик. Потом Evil Dead у него был, Дракула был. Twisted Metal, по-моему, какой-то. Siphon Filter. Что же еще? По-моему, Metal Gear был. Драйвер был, точно помню. Не помню, первый только или второй. По-моему, первый. Какие-то еще игры. У него там просто пачка дисков он нам дал. Так, включали, смотрели, что там, как. Но на тот момент казалось, графа ебаническая вообще. Так, а мне вообще не сюда, куда я прусь? Пойдем, сеструля. Нам ключ надо втыкать. Нам надо вернуться, дева должна быть убита. Для спасения деревни. По-моему, вот здесь мне ключ показывали. Такой с двумя ромбами. Вот, я такой взял ключ. Опа. Ждущий церемонию мужик. Щелкнули мужика. Сколько у меня очков, кстати? Тоже не то. Вот так. Камера обскура. 12 косарей. Кстати, экипировка. Ну, выберите, какой разъем вставить эту линзу. У нас что есть? Шок. Отталкивает призраков. А вторая замедление. У меня же замедление стоит. Да. Как их между собой только менять, хера узнаю. А ни на что мне, ни о какой на апгрейд не хватает. Ну, наверное, на следующий раз просто... Апгрейд покупать. Какой-нибудь большой круг возьмем. Давай, наверное, глянем, что тут есть. Опа. Я его сфоткал. Шаги во тьме. Там просто ноги, что ли, ходили? Хуяси. Ну, в принципе... А где сестра, кстати? А, все нормально.
Замок на двери украшен двумя алмазами. Ну так давай, открывай. Но на тот момент, когда вот только игра вышла на вторую плойку, она была, наверное, вообще очень-очень страшная. Тихо. Оп-оп-оп. Фиг, святая вода. Хорошечно. Мы, наверное, уже сейчас зажрались с этими всякими хоррор-играми, что уже практически ничего не пугаешься, знаешь. У меня слабое ощущение чьего-то присутствия за дверью. Может быть, там кто-то есть? Ладно, будем готовы фоткать. Открывающий двери ребенок. Где он там? Ку-ку, малой. Ну, это скорее игра такая для любителей фильмов. Вот японский звонок, несколько частей, заклятие, точнее проклятие. Вот именно японского жанра. Когда тебя атмосферой пугают, а не скримерами с санами дешевыми. Ёпа-мать. Сколько тут ширмочек всяких маленьких. Чик. А, вот и руками не попал. Пошла ты нахуй. Пленка, наконец. То у меня, по-моему, уже начинает заканчиваться она. Что-то еще есть. Где-то что-то. Фонарик вот там где-то светится. Да, блядь. Понятно, давай еще раз. Вот ты смотришь вниз. Вот так вот вниз. Камеру достаешь, и она у тебя автоматически начинает подниматься, блин. Сука, хоть оригинальный вимод покупает, серьезно. Успел. Успел. Смотрящий в дыру ребенок. Ну, 330 очков. Мелочи приятно. Еще какая-то дверь. Получается, у меня теперь ходов 2. Сестра, отвали нахрен отсюда. Может, в этом потрепанном комоде что-то есть? Тихо. Аккуратненько дергаем. Чтоб за жопу никто не схватил. Оп. Дневник Верховного Жреца 3. Моя жена знала о судьбе рожденных ею близняшек и в горе сбросилась в... куда-то там. Мне пришлось воспитывать Сае и Яе. Ну, блядь, долго, интересно, не думали над именами. Воспитывать Сае и Яе в одиночку. Я не ограничивал их ни в чем и пытался сделать так, чтобы им не было одиноко. Нам известно, что... кто-то там питается самой болью. Вот почему мы проводим церемонию алого жертвоприношения. И именно поэтому старший близнец должен убить младшего. Это варварство, но другого выхода нет. Есть мелкие, есть типа многоножек, есть там самые танки, которые я крайне ненавижу. А помню, второй была еще игра, нечто под впечатлением фильма. Я купил пиратский диск, вроде за 200 рублей, но сижу, как-то ее не прошел. Из-за миссии нужно было оборонять здание от мутантов. Нечто незнакомое эта игра. Как она называется, тоже не вспомнишь. Дом от мутантов какой-то оборонять. Я знаю, что какая-то подобная есть игра на Xbox 360. Там тебе нужно за какой-то определенный срок сделать что-то в доме, она такая красочная. И потом на тебя толпы мутантов летит, как бы. И они что-то там тоже их лупишь, там какими-то этими подручными средствами. The Sink. А, так это нечто. Это немножко другое там.
Но я помню этот Zsync я включал, когда еще на старом компе пытался раскачать эмулятор второй плойки. Очень хотелось поиграть, потому что мне нравится этот фильм. Вот. Блять, вот еще что-то в этой комнате есть. Вот. И буквально я этот Zsync играл, ну, чуть-чуть. Я не знаю, может быть, минут 20. Но там не в доме, там же не дом, там полярная станция. Там полярники же, вот этот прикол там у них. Блин, такое ощущение, что у меня сестра светится. Ее фоткать надо. Бля, может опять пацан там где-нибудь? Сучка застряла. Угу. Ничего нету. Следи за состоянием однополчан, чтобы они с ума не сошли. Еще товарищи могут превратиться в уродов. Ну да, я читал вот описание, короче, игры этой. Поэтому вот именно я ее хотел ее поиграть. Тоже, наверное, надо как-нибудь, да, заняться. Попробовать поюзать ее. Так-то игра наверняка прикольная. Бля, эта падла вечно мешает. Вот где-то что-то тут стоит. Вот где-то тут что-то прячется. Я не могу понять, что. Какой-то предмет. Или призрак. Вот, стой, мне нужно, походу, дырку в полу сфоткать. Так-ка ближе к ней подойдем. А, нет, слушай, тут предмет в этом. Через дыру видно пол нижней комнаты. Только аккуратно заглядываем. В паутине что-то есть. Там что-то есть. Ну, так давайте доставайте, что. Там тоже есть головоломка на второй локации. Ты про нечто имеешь в виду? Дверь заперта. Да отвали. Вот я говорю, сейчас вот тут много маленьких коридоров узких. Если сейчас эта падла будет очень жутко мешать, короче, мне тут проходить по этим коридорам. Слава богу, что она потом ее заглючит в очередной раз, и мы потом это... Мячик. Потом она свалит. Только что упало что-то на пол. Так мячик, что это? Вообще в этом, в игре Zsync, ну она же нечто, будем ее называть. Она вообще сложная. Ты же наверняка ее как-то проходил. Коснуться. Только аккуратно. Сейчас малые сбегутся. А, не попал. Пошел ты нахер, козел. Второй раз уже не схватит меня. Мяч с узорами. На полу лежит старый мяч. Похоже, он упал из дыры в потолке. Сейчас дети полезут стопудово. Ай, бля. Самые, наверное, неудобные тут призраки это дети. Вообще, какого хрена у меня фонарик забрали? Где он? А все, я его просрал. Так я еще светил вообще не в ту сторону. Чик-чик. Все уже не схватят. Еще пленка. Еще 20 штук. Вот синие пленки наваливают вообще сколько угодно. Зеленую бы давали. Четвертая глава, получается, я уже пол игры, наверное, прошел. Почти. Почти пол игры. А пленки нормально все не дают толком. Проход блокирован непреодолимой силой. Понял, принял. Так он малой несется, блять, я опять его просрал. Ну, все, мне второй раз уже его не покажет.
Эта сучка еще стоит, блядь, постоянно за тобой, гнида, а? Угу. Соединенными алмазами замок украшен. Но она, в принципе, также и мешала на плойке на второй фоткать быстро появляющихся призраков. Блин, проблема в том, что пока ты наведешь. Нет, нам не сюда. Нам нужно вот туда куда-то. Да отвали ты нахер. Нам нужно выходить отсюда вообще. Дети, потому что по коридору будут бегать вот тут. Скорее всего. По крайней мере, на второй плойке они тут носились. И раз, два. Пошли искать детей. Где-то скрипт должен сработать, по-любому. Что на часах? Земля усеяна осколками. В первой части у нас малый вот постоянно где-то наверху появлялся. Он сидел на нас сверху, смотрел часто. Потом носился по дому. Тут сейчас как-то они появляются, но быстро исчезают. Так, ну если мячик отсюда упал, может что-то изменилось наверху? Все равно этот шарик есть. Может я смогу выбить то, что там застряло с помощью меча? Так да, конечно. Вот. Что-то упало. Ладно. А нахер. Ничего фоткать не надо. Ну, либо это ключ, либо что-то другое. Да, слушай, ключ. Все, можно не показывать, я знаю, где он. Я понял. Тут что-то можно обыскать. Только что загоралось. О. Зажим на сундуке сломанный, думаю, я смогу его открыть. Давай так аккуратно. Чик, чик. Ну, обычно три раза руки тянешь, на четвертый уже открывается нормально. Угу. Хилка. Дальше пошли. Даже не нападает никто. Давай, я открыла дверь ключом с соединенными за алмазами. Дальше. Интересно, а почему у меня фонарь забрали и не хотят его возвращать? Бля, вроде успел. И раз, два. Не засчитали мужика, хотя я его сфоткал. Ну, типа спина его была там. Ладно. Заключенный. Они приносят жертву чужаков? Конечно, нет.
Ну, суть в том, что вот у нас есть ритуал, который проводится среди близнецов, и один близнец должен второго завалить. Тогда ритуал будет выполнен. Заметки фольклориста. В древние времена жители горных деревень приносили путешественников в жертву на своих фестивалях. Я слышал, как жрецы что-то говорили про чужака и кусаби, когда заперли меня здесь. Что же представляет из себя этот темный ритуал, о котором мне сказали близняшки? Видимо, они мне дали ключ от черного входа в этом доме. Судя по карте, ключ к этой камере находится в пещере под домом Асаки. Думаю, она является частью пути в глубины, о котором я читал, но используется как склад. По карте ключ от этой камеры находится в пещере под домом Асаки. Знать бы, где этот Асака, кто он такой. Дверь камеры закрыта на два замка. На замках выгравлен символ светлого света и тьмы. Два символа. О, тут еще проход есть. Точняк. Мне кажется, что тут кто-то есть. Оп, оп, оп. И давай, четвертый берем. Ну, наконец-то у меня хоть побольше пленки будет зеленой. Зеленый это еще не самое мощное, кстати. Следом идет красная, по-моему, по мощности. А потом желтая, нулевая. Я думаю, можно уже и пробежаться. Давай. Колодец. Ну, как-то символично для любителей фильма «Звонок». Может, позырить надо? Нет. Но кто-то будет вылезать из этого колодца, я помню. Чё, где? Всё, вижу. Это жрецы на нас нападают. Пойдет. Чуть-чуть так фоткаем. Пойдет. Давай, давай. Пойдет. Нулевой кадр. А чё ты его не хватаешь? Оп. Фатальный кадр. Добиваем. Комбо. А вот второй раз почему-то не получилось его треснуть. Но он тут, за стенкой. Уходи. Давай так его треснем, наверное. Все равно его отталкивает. Ну. Бум. Нулевой кадр. Фатальный, кстати. Я его добил. А сестра просто стоит, вжалась и все, вообще не двигается. Точка крашеная. Сохраняемся.
Там еще и на обратном пути будет кто-то вылезать у нас с этого колодца. Не все так просто. Замок на двери украшен 8 молотами. Я чувствую поток воздуха, идущий снаружи. Мия, мы сможем выбраться отсюда, если откроем эту дверь. Вообще без понятия. Так и все, она не открывается. Че ты меня спрашиваешь? Я откуда знаю, можем эту дверь открыть или нет? Назад дверь пошли. Слушай, а с того мужика-то ничего не выпадало случайно? Может, бабы из колодца должно что-то вылезти, выпасть. Либо я что-то пропустил. Вообще без понятия, куда идти. Догоняешь? Вот тут какой-то предмет валяется. Сюда попасть, ну. Ну, я не знаю, попробуем выйти просто отсюда. Тут же у нас ничего такого. Скорее всего, мне кажется, надо вообще из этого дома выходить. Так, не попал, да? Ну, быстрей. Так долго пленка перезагружается вообще. Дверь открыта. Ишь ты. Слушай, а красиво тут. Подношение вернулось. Все, вижу. Ах ты падла, он еще этими какими-то штуками своими стреляет. Бля, его надо быстрее как-то убивать. Прямо заряженным ударом трясет. Вот вообще не очень, когда они за стенками прячутся и прямо оттуда стреляют. Вот таким вот говно. Ай, бля. Так, допустим. Иди-ка сюда. Я его застанил. Ну, давай быстрее. Вот так вот. Нулевой кадр. Бля, он только исчез. Подожди, я уже успел. Вот так тебе. И еще раз. Половину я у него снял. Вон он там тусуется, я его вижу. Блять, он сзади был. Отлично.
Где этот урод? Вижу. Ну хоть так его подамажим чуть-чуть. Ну-ка, мне на заряженный удар хватит энергии. Так, фатальный кадр, еще раз. Ага. Дважды я могу, короче, стрелять фатальным кадром. Пропал, но он еще не ушел, он тут. Пойдет. Ну и добиваем его. Хватит этого? Да. Он, по-моему, еще не сдох. Принять свою судьбу. Так, а мы сюда, короче. Мы здесь поднялись. А тут у нас два прохода. Ладно, смотрим тогда, что на инвентаре у нас есть. Оп. 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 Давай на четвертый тянемся. Ну это понятно, это минерал, в общем, это радио послушать. 1698 очков. Как? На алтаре что-то есть. Коснулся, но. Чик. 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 Дневник Верховного Жреца первый. Тьма в где-то там стала сильнее. Я почитал старые записи, но в них не описаны подробные случаи. Подобные случаи. Возможно, это вызвано недавней волной смертей в связи с плохими урожаями. Однако это может быть и расплатой за провал церемонии Тачибаны. Мы начали поиск подношения в других деревнях и должны с этим поторопиться. Половина скорбящих уже сошли с ума из-за тьмы и сбросили в... куда-то там, мы должны заменить их новыми и воспользуемся преступниками. Такими темпами что-то там переполнится и через несколько лет, уже через несколько лет. У меня нет выбора, мои дочери должны стать подношением. Надо начать очищение Саи и Яи немедленно ради деревни. Ну вот, в общем, этот верховный жрец своих дочерей решил пустить в расход, пожертвовать ими. О, тут тоже что-то можно подобрать. Оп. Два. Три. Ну и четвертый. Хоть хилки и забирают, но пока, в принципе, возмещают. Почти. Вот еще что-то можно подобрать. Подо мной. Пол немного подо мной просел, когда я наступила на лазурную плиту. Значит, что-то открылось. Четвертый дневник. Яи и Саи покинули деревню по наставлению этого оставшегося мальчика. Кусаби немного успокоил что-то там, но оно все еще не насытилось и продолжает зловеще гудеть. Если мы не найдем девушек, то что-то там выйдет и поглотит эту деревню. Я не могу позволить им сбежать, несмотря на то, что они мои собственные дочери. Ну да, я же говорю, он хотел своих дочерей в расход пустить. Жертвоприношения, ритуалы. Дай пройти. Вот дай пройти. Не знаю, оно открылось или нет. Какой-то из ходов, но я думаю, что должен у нас вести... в сторону. В сторону этого колодца.
какой там у нас в другую сторону, соответственно. Так, надо камеру прокачать. Так, увеличивает количество накапливаемой спиритической, чтобы костная повышать наносимый урон. Давай урон, наверное, да, прокачаем. Еще линжен докуча можно прокачивать. Не знал. Ладно. Чувствительность. Давай вот это прокачаем. Блин, надо бы линзы тоже. Дальность отталкивания нет, мне вот это вот бы надо. Время замедления побольше, чтобы было. Можно вот это прокачать? Ладно, посмотрим. Ладно, давай. Да, подходим, посмотрим, что тут. Блин, может бегать ту дверь попробовать. Давай быстренько вернемся наверх. Попробуем вот ту дверь тоже открыть. Но мне кажется, мне сюда надо. Просто я должен ее проверить. И ход наверх у нас есть, кстати сказать. Давай вниз. Здесь там закрыто. То больно ходов до хера выходит. Аккуратно. Чик. Два. Три. Четыре. Да. Блять, тут проход тоже. Твою же мать. Может, это два одинаковых коридора? Блять, темень. Темень лютая. Погоди-ка. Я хочу выйти. Мне на улице сюда, наверх. Да, это, короче, два одинаковых коридора. Угу, тут тупик. А вот здесь мы заходим сюда. Тут же как, если долго ты бегаешь по коридорам, не знаешь, куда идти, тебя начинают терроризировать призраки вообще рандомные. И вот в этом участке игры, по-моему, вылезают дети уже. Дети жесткие. Их попробую поймать еще. Они маленькие. И вот здесь вот прячутся постоянно. Вот за вот этими вот фонариками. Так, тогда мы бежим вот сюда. Здесь быстро все проверяем. Вот что-то можно взять. Нахрена вот такая маленькая дверь тут? Раз. Два. Три. Четвертый. Оп. Дневник с бабочкой. Церемония Ицуки и Муцуки провалилась. Подходит наша очередь. Я и Саи покинем деревню вместе. Ицуки сказал, что поможет нам сбежать. Я и Саи всегда жили вместе и обещали, что никогда не оставим друг друга.
Я не хочу убегать, но я последую за Яи. Раз она так решила, я не хочу остаться здесь одна. Я и Саи. Понятно. Карты. Раз. Два. Три. Четвертый. Ага. Зоркость. Линза зоркости. Эффект увеличивает промежуток времени, отведенный на фатальный кадр. Требует спиритических очков 1. Эффект длится дольше. Эта линза временно расширяет временный диапазон для фатального кадра. Слушай, это прикольная штука. Поставим, давай попробуем. Она и этого немного требует. Экипировка. Да, вот в зеленых она тусуется. Надеюсь, она поставилась уже по умолчанию. Не знаю. Посмотрим, как у нас получится этот фатальный кадр. Удлиннее делать. Пятера, да, прокачать. Тут самое сильное, как можно по призраку треснуть, где-то только фатальным кадром. Обязательно надо качать. Я вот не понимаю, зачем такие двери делают. Это для кого? Для пуделя? Похоже, дверь закрыта. Хорошо. Только вниз. Только вниз и туда, в палисадник надо идти. Причем делать это надо быстро. Пока малые не прибежали. Я уж подумал грешным делом, то что тут два коридора, и они все в разные точки ведут. А так как они взаимосвязаны, это нормально. Мы сейчас бежим в то место, где у нас проводился ритуал. Сейчас наверняка в палисаднике еще пару призраков будет. Хотелось бы, конечно, тут все обежать по кругу, чтобы ничего не пропустить. Дождим. Ага. Тут кнопки на дверях. Пол подо мной немного просел, когда я наступила на эту узорную плиту. Я вижу такую же плитку с другой стороны. Может, дверь откроется, если я встану сюда? Как угодно. Я попробую постоять здесь. Все, стой, не двигайся. Я скоро приду. Ну, хоть так или иначе, можно пробежать, все посмотреть. Ну вот этот хруст они так и оставили. Хрусь, хрусь, каждая половица просто. Мио, быстрее! Пошла ты. Еще и поторапливает. Это ведь мы будем вместе, верно? Мы обещали. Да, 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 конечно. Чик. Ждущий близняшек жрец. Что, мне надо еще раз его сфотографировать? Нет, я не могу идти дальше. Как линзы менять местами, интересно. Упс. Все равно кадров синей пленки до хрена, так что. А, ну вот, она отсюда приперлась за мной. Давай-ка мы сохранимся. Сколько у меня очков вообще? Угу. Теперь хватает эту штуку прокачать.
Ну, попробуем, что это за зоркость такая. Тут босс будет. Либо сейчас, или потом. Мио, это... Чё, тут ритуал проводился. Что ты меня отвлекаешь? Я ж прям точно на этом шарике стою. Чё ты не берешь его? О. Давай, раз, два, три. Дневник жреца пятый. Я ей не вернулась. Либо она бросила свое, либо погибла в лесу. Тем не менее, Саи это дева. И она прошла очищение. Даже она одна может успокоить что-то там на некоторое время. Ну, видимо, какого-то демона на некоторое время может одна близняшка успокоить. Но две успокоили бы типа надольше гораздо. Записи свидетельствуют о том, что церемонию можно провести лишь с одним близнецом. Вот что мы должны сделать. Зачем ты убежала, Яи? Почему ты не вернулась? Так она дохнуть не хотела, вот и не вернулась. По-моему, все очевидно. Давай. Давай, раз, два, три, четыре. Ага, ключ теней. На ключе выгравирован символ тьмы. Она дверь держит и хихикает. В нее уже начинает демон в этот вселяться. Ощущение, что это не она звуки издает. Майю, что такое? Мы не можем сбежать, мы не должны сбегать. Что ты говоришь? Давай, пошли. Хорошо? Прости. Прости. Она там перед кем-то извиняется. Майо, пошли. Мы не должны были убегать. Если только мы не сбежали. Чего? Мы не должны были убегать, если только мы не сбежали. Ну, логично, то, что тут замок на этой массивной двери украшен бабочкой. Мио, нас все зовут. Я думал, хотя бы сейчас от меня эту сестру заберут. Херос 2. Точно не помню, сколько глав мы с ней бегать будем. Может одно, а может и больше. Но надо сейчас ключ приладить туда, где дверь с двумя замками. В принципе, тут не важно, с какой стороны бежать. Сестра догонит. Но, кстати, на плойке на второй, она прямо это как... Она кричала, типа, ты меня оставляешь, говорит. Ты меня, говорит, подожди. Далеко не убегай. А тут все в порядке, она догоняет. Не ругается даже. Итак, мы отсюда выходим и идем. Вот сюда, налево, обратно, туда, к ключам.
Так, дверь камеры закрыта на два замка. На гра... Ну, света и тьмы. Вот. Ну так и что? Ты один не хочешь вставить? Надо оба два сразу. Угу. Да свали ты. Пока что-то идеи нету подойти. Где-то надо искать ключ света. Может быть, какие-то двери открылись. Только мы об этом не знаем. У нас вот здесь дверь какая-то была. Заперто. Писали еще то, что дом. Как он там? Нет, не Куросавы. Какой-то дом, короче, и там под домом есть ключ. Попробуем, конечно, вообще отсюда выйти. Но, блин, это такой крюк, если что. Идея, по идее, появление призраков должно куда-то привести. Они где-то будут появляться, значит, верно идем. Дверь не открывается, так как что-то крепко держит ее. Она вся покрыта кровавыми отпечатками рук. Значит, мы тут, значит, что-то должны искать. Что-то здесь, прямо в этом доме. На улицу нас не выпустят, пока я не разгадаю. Ну как это, загадкой не назовешь, а квест? Квест с ключами. Придется заново все как-то оббегать. Короче, у меня только два варианта. Может быть, вот здесь? Вот тут дверь какая-то. Нет. Блин, а что же я мог пропустить? Может быть, в комнате, где фонарики? Либо дверь наверху открылась, которая маленькая для гномов. Ну, тоже вряд ли. Ладно, добежим здесь хотя бы до конца. Тут, по-моему, всегда в этой комнате кто-то ржет. Ну, скорее всего, вот эта близняшка, которая... О, первый раз. Первый раз сестра ругаться начала, что я ее не жду. Ты догоняй, что ты? Дверь заперта. Бля, ни ключа, ничего нету вообще. Походу вообще не сюда иду. Но проверить стоит.
Вот здесь я ее нашел. Все, возвращаемся во вторую половину дома. Нихер тут делать. Значит, я там что-то пропустил фонарями. Может, кто-то где-то должен был появиться, я не знаю. А пердолить-то туда не ближний свет так-то. В таких играх такое бывает. Сначала ты идешь, вроде точно все понятно, но потом жух, ты теряешь нить просто. И потом начинаешь бегать просто везде. Возвращаешься на старые локации, может быть, где-то что-то пропустил. Чуть-чуть путь срежем. А, нет, нельзя. Либо туда, к алтарю, возвращаться. Может быть, наверху надо посмотреть. Где фонари красные. Больше идей как не особо никаких. Ключ, скорее всего, должен на видном месте прям лежать. Чтоб ты уже точно его не пропустил. Это же там... Не трава какая-нибудь. Так, наверху я тут был. Бежали вперед. У нас здесь две дороги. Это у нас к фонарям, а это прямо. Так вот она не хочет, да, открывать. И надо сразу два ключа. Давай вот мы сюда сбегаем. Ну отвали. Иди отсюда. Давай попробуем избегать к колодцу. Опа. А где ты? Успел? Ну, быстрее. Наконец-то. 10 тысяч лет он собирался ее сфотографировать. 1400 очков за нее дали, ни хрена. А когда они быстро появляются, там очков по 200 дают всего. Неплохо. Так, ну если у нас выскочил призрак, возможно, я иду верно. Я думаю, что кто-то должен в колодце появиться. О, что-то лежит возле колодца. Только не говорите, что это ключ. Нет. Это просто очки. Но, возможно, вот эта дверь откроется. Я и ты правда решила сбежать? Это ты мне говоришь? Это какой-то выход, но непонятно откуда и куда. Ну и все, закрыто, как обычно.
Ладно, хоть очков на халяву собрал. Качнемся потом еще. Кто-то откуда-то должен вылезти. Но только кто и откуда? Большой вопрос. Попробуем сейчас обратно на чердак сходить. От комнаты с красными фонарями. Так, у нас тут только одна плитка. Что она открывает вообще без понятия? А это дверь? Нахер раздувает, не дверь. Ладно, давай наверх посмотрим. Если нет, придется к алтарю топать. Может быть, какой-то скрипт не сработал. Не знаю. Тут у нас явно дверей никаких. Давай вот эту мелкую дверь дернем. Заперта. Отлично. А, да хер его знает, куда идти. Главное, один ключ дали. А про второй вообще хрен знает куда. Просто нитка оборвалась. Делай, что хочешь. Сейчас будем круги наворачивать. Ну, из дома не выпускают, уже хорошо. Ну, то есть, надо что-то думать вот здесь. В этой локации решать. Иди ты в жопу. А я теперь без нее зайти не могу? Дверь не работает вообще. Ну-ка, с другой стороны. Чьи-то они не работают. Дверь не пашет. Отлично вообще. Ну и что тогда делать? Ну-ка по предметам. Пленка, вода, камера, фонарик, который не работает. Ключ теней. И все. Есть один ключ, но его не применить. Идти больше некуда. Да, что делать-то? Я потерялся. Сейчас призраки начнут атаковать.
Давай попробуем на алтаре что-то поискать. Вообще ни хрена нету. Вали. Ну вали отсюда. Может дверь откроется, если я встану сюда. Вот оно чё. Я попробую постоять здесь. Вот оно чё. А она теперь мне дверь открывает. Я думал-то, что где-то вот рядышком нужно что-то найти. А стоило ей, короче говоря, встать на плитку, и она сразу все заработала. Чудеса, да и только. Бля, ну это точно должен быть ключ. Нет. Это неправильно. Все так, как говорил Ицуки. И с другом у канаты собирается сделать, ну, видимо, жертвоприношение. Мы должны это остановить. Я не могу мириться с тем, что мы должны потерять кого-то так же, как мы потеряли Муцуки. Мы должны помочь ему. Один из ключей к его камере находится в палате веревок. Я видела, как его туда принес один из жрецов, Яи. Папа решил сделать из друга Муканаты жертвоприношение, видимо. Ключ к его камере хранится на книжной полке в папиной комнате. Если кто-то должен будет принесен в жертву, чтобы насытить, видимо, демона, то почему это не мы? Если мы станем алым подношением, то этот человек сможет покинуть это место живым. Ключ к камере на книжной полке в папиной комнате. Я сфотографировал. Ра говорит готовить кусаби. Почему бы тебе не отдать мне ключ от камеры? Подожди, давай диалог дослушаем. Я позабочусь о том, чтобы она не сбежала. Я слышала, как что-то упало с другой стороны решетки. А комната-то это какая? Я понять не могу. Какие-то маски валяются. Я не был в такой комнате, кстати. Либо мне сейчас... Откроется какая-то дверь, которая раньше была закрыта. А. Ну а как еще? Подношение вернулось. Спасаем сестру. А где он? Он опять ныкается где-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне урона прилетело. Вот, сожрать что-то. Что-то не очень долго. Фатальный снимок. Длится. Где он? Падла. Вон он тут. Как тебе такое? Ну, хватай ты его. И он исчез. Зашибись. Ай, пойдет, короче.
Все равно сейчас, да, исчезнет. Вот так. Пощелкаем его по чуть-чуть. Врезай. Хер, раз два, он сзади. Вон он тут шакалит где-то. Где-то вот в этом районе. Он своих этих, головы свои выпускает. Где он? Давай вылезай. Ой, как он бесит за стенами ныкаться, а? Гнида. Вылезай. Пойдет, хоть так. Вообще урон минимальный что-то. Оп. Давай еще. Оп. Ну так. Чуть-чуть подамажили. Надо камеру на урон качать, короче. Что-то вообще беда. Я их фоткаю, а им урона по чуть-чуть приходит. Он где-то тут. Пока он тут меня крестит, я его сфоткаю. Ну-ка, давай вот этой пленочкой его долбанем. Серьезно. Он там сеструлю кошмарит мою. Ах ты гнида. Здесь чуть-чуть ему прилетело. Потому что он за стенкой стоит. Вот сучонок неудобный какой. Вот так тебе. Все. Ну, кстати, я бы доказать. Пленку переключил, а он сразу же почти сдох за два кадра. Ай, блин. Да, крови, короче, он у нас попил. Пойдем комнату искать. Вот здесь точно никаких комнат нету. Она может быть... Тут что-то лежит. Оп. Два. Три. Четыре. Кто такой? Мужчина за окном какой-то. Хрена. Его, по-моему, вообще не заметишь. Нет, не то. Не сюда мне. Надо валить в сторону... Блин, а где же? Где же эта комната? Может, второй этаж? Может быть, вот здесь? Либо мне обратно в другую часть особняка. Здесь кто-то есть. Скорбящий становится спокойней. Опа, и дверь работает. Все, мне не надо на другую часть особняка пердолить. Я пришел куда надо. Так, давай мы тут осмотримся. Тут вон три шарика лежит. Осмотреть. В углу комнаты стоит что-то похожее на покрытую тканью статую. Ну, давай аккуратненько сдернем. Раньше нельзя, кстати, было такие вещи поднимать, открывать, посмотреть.
Это похоже на сломанную статую. И все? Это все, что ты хочешь об этом сказать? Ладно, дневник. Деревенский том жертвы. Кто-то начинает недовольно ворчать, если алое жертвоприношение не было совершено вовремя, и ее надо задобрить с помощью кусаби. Ну, кусаби — это у нас как раз этот и есть ритуал, так называется. Важно, чтобы кусаби был родом... А нет, кусаби — это не ритуал. Важно, чтобы кусаби был родом не из деревни Минаками. Ему надо пройти через ритуал перед представлением к кому-то там. Чем больше будет страдать кусаби, тем больше будет удовлетворена, видимо... Вот эта сущность, которую нужно задобрить. Кусаби — это значит тот, кто... Кого в жертву приносит. Так. Если вовремя не провести церемонию, печать на кого-то там падет и случится великое бедствие. Видимо, какой-то портал, что ли, переполнится нечеловеческими сущностями, которые поглотят все вокруг и запечатают небо тьмой. Тьма окутает землю на многие поколения. Мы должны понимать, что эти бедствия — наша кара за то, что мы не смогли выполнить свой долг перед кем-то там. Нельзя забывать, что проведение церемонии — это смысл нашего существования. Расположите тома по порядку на полке. А на какой полке? Руки статуи находится ключ. Ну это вот как раз. Над статуей есть 5 тонких углублений. Сейчас еще надо определиться, какой последовательности книжки ставить. Да отойди ты, блин. Как она мешает, а? Вот достала. Она просто не дает некоторым предметам, блядь, подойти элементарно. Я, кстати, успел отдернуть руку. Меня не ударили. Много очков. Так, еще 2 книжки мы берем. Раз, 2, 3. Бабочки. Старшая дева отмечает младшую алой бабочкой, вернувшейся из... чтобы оберегать деревню. Ставшая бабочкой дева поднимается в небо. Она прогоняет тьму взмахами своих крыльев и заливает землю светом. Все мертвы, говорит. И это наша вина. Во время фестиваля алого жертвоприношения души 2 дев воссоединяются и освещаются так, что могут успокоить, ну, видимо, демона. Вторая дева остается в нашем мире, чтобы защищать его, а первая должна войти, ну, видимо, в портал какой-то и успокоить силы земли. А что, тут все на месте, что ли, эти книжки? Табу. Что-то там — это ворота, ведущие прямо в ад. Ну, портал, ворота. В портал нельзя смотреть, так как оно обратит глаза посмотревшего в призрака, наверное, или что, и угасит свет в них. О портале нельзя говорить, так как это обратит губы говорящего, ну, во что-то там ужасное, и подавит звук в них. Нельзя слышать название портала, так как это обратит уши услышавшего в что-то ужасное и уничтожит саму его душу. Хорошо. Так, мы типа тома-то все собрали, правильно? Осталась у нас вот эта еще штучка. Давай, раз, 2, 3. В нашей деревне был дарован чужак в тот момент, когда он был нужен больше всего. Мы должны сделать из него кусаби и провести темный ритуал, чтобы удовлетворить, ну, видимо, демона. Нам нельзя позволить ему покинуть деревню. Зачем они звездочками закрывают какие-то важные слова?
Вдруг пригодится. Так, давай попробуем составить на полке эти книжечки. Кстати, а входа-то два у нас. Я убрала блокирующие дверь доски. И мы оказались вот в этом коридоре. Я понял. Так. В оркестате находится ключ. Чик. Не похоже, что я могу забрать его просто так. Над статуей есть 5 тонких выемок. Там что-то написано. Надо зафиксировать это дело. А то я сейчас потеряюсь. Так, пишем. Алые бабочки. Фестиваль. Запечатать. Два подношения. Кусаби и плата за из Избавление. Из этого, я так понял, нужно составить смысленное предложение. Хотите поставить книги на полку? Да. Бабочки. Фестиваль. Блин, а где же? Прочесть книгу надо. Не то. Не то. Что-то вот про фестиваль должно быть где-то здесь. Печать пойдет случиться весь. Может быть бедствие. Потом что? Запечатать. Наверное, жертвы. Ну-ка, давай прочесть. Два подношения. По-моему, вот это. Подожди, а табу? Бля, вот фестиваль. Б вернуть книгу. И вот это вот. Блин, а где это? Где этот фестиваль? Не то. Вот. Вторая близнецы точно. Алые бабочки, фестиваль, запечатать два подношения, что-то такое. Читаем. Кусаби. Нет, это будет предпоследняя книга, кстати. Бедствие. Кара. Табу. Жертвы. Блин, по-моему, вот это. Потом кусаби. Вот это, по-моему, да. И потом последнее бедствие. Из-за полок послышался какой-то звук. Ключ выпал из руки статуи. Отлично.
Первого раза она даже эту головоломку решил. Я вообще не помню, как ее решать. Но тут просто достаточно почитать, как что пишут. Хорошо, что записал. Мия? О, нет, ничего. Я ж ключ подобрал, точно. Да. Все, нам нужно сейчас валить в ту сторону, где у нас. Блин, я уже забыл, где этот замок. Где он у нас? Я не помню. По прямой. Вот сюда заходишь. Да, наверх у нас фонарики. Прямо будет как раз замок. С двумя ключами. По идее, все. Что-то маловато мужику прилетает. Блин, я все не вовремя делаю этот фатальные снимки. Что такое урон маленький? А, потому что не этот. Неполная шкала загорается. Тут я думаю, что-то ему чуть-чуть прилетает. Давай, ждем еще. У меня игра разводит просто. Вот так вот. 20 урона. Ну такое тоже себе. Он на нас не нападает, и хорошо. А теперь пошел. Подходим. Бля, ну сестра, ну куда ты полезла вообще? Вот надо было ей там встать именно. Чё за хрень? Ты фотографируешь вроде, стараешься. Эта падла встает просто впереди вот так вот. Вот сучка, когда ее заберут уже от меня? А, вот по-моему как раз сейчас и заберут. Она сейчас вот здесь где-то ляжет. Я уже была здесь раньше. Открываем замок. Она сейчас тут упадет и скажет, я никуда не пойду. Мио, я начинаю вспоминать. Фольклорист. Это кто у нас эти записочки оставлял? Книги из этой стопки выглядят немного новее, чем те, что на полках. Ну давай аккуратненько. Только аккуратненько. Чик. Ключ 8 молотов. О. Это у нас там, где... Как его? Старая карта добавлена в документ. Карта дома Осаки. Это там, где у нас колодец. Два, три, четыре. Фольклориста. Где вы, близняшки? Во время фестиваля алого жертвоприношения в жертву приносятся две девы-близняшки. Бывает, что в жертву приносят мальчиков, но в этом случае их называют близнецами-смотрителями. Местные верят, что близнецы изначально были одним целым и были разделены надвое при рождении. Видимо, фестиваль алого жертвоприношения основан на поверье, что разделенные надвое девы обретают силу бога при воссоединении. В древнем тексте также написано, что старшая сестра должна что-то сделать с младшим и сбросить ее, ну, видимо, в портал вот этот. Наверное, что-то там указывает на что-то настолько ужасное, что о нем даже нельзя упомянуть напрямую.
Ну, поэтому у нас звездочки тут и ставятся вместо слов. Слово «жертвоприношение», к сожалению, сужает количество вариантов значения вот этого слова до минимума. Ясно, понятно. Ну, тут слова, зайдите, звездочками закрыты, типа демон или как-то так. Опа, не попало. Что-то сегодня мне на руки эти везет. А вот сколько быстрых призраков просрал, так это вот не сосчитать, наверное, уже. Девятый дневник. Мой надзиратель постоянно молчит. За все это время он не проронил ни слова. Это совсем не похоже на то радушие, с которым они встречали нас, когда мы пришли в деревню. Так вот, зачем они сюда меня пригласили? В моей камере полно книг. В камере. Типа в тюремной камере? И среди них попадаются интересные работы, которых я раньше не видел. Это заточение – отличный шанс углубить мои исследования, даже если никто и никогда о них уже не знает. Бездна. Никто точно не знает, как давно она здесь появилась. Но издревле она соединяет наш мир с царством мертвых. Считается, что случится великое бедствие, если печать на бездне пойдет. Думаю, это и есть врата в ад, о которых говорится в местных легендах. В древних текстах запрещено писать название бездны, и ее обозначают символом звездочка. Ага, то есть одна звездочка — это бездна. Запечатать ее способны только страдания, принесенных в жертву людей, ну то есть близнецов, скорбящие. Эти люди охраняют бездну и делают приготовление к церемонии. Они единственные, кому позволено приближаться к ней. В год проведения церемонии тем, кто станет скорбящими, сшивают глаза, чтобы они не смогли посмотреть в бездну. Те, кто нарушает правила деревни и самовольно смотрят в нее, тоже становятся скорбящими. Скорбящие остаются жить в подземелье даже после проведения церемонии и никогда не возвращаются на поверхность. Что же находится в этой бездне и зачем ее так тщательно охраняют местные жители? Ну, что там, врата в ад. Типа, полный трешак. Всепоглощающая жопа. Так, раз, опа. Башка отвалилась. О, ну наконец-то. Пленка 90. Правда, ее так мало, да? Сколько у меня штук? 15 кадров. Пленки 90. Ладно, хоть что-то. На одного босса, глядишь, и хватит. Все? Все, зачем мы сюда зашли? Подожди. Я думал, тут какая-то дверь или что-то такое. А тут просто несколько предметов и описание этих ритуалов. В ряд выстроены буддийские фигуры. Блин, сестра, отвали, а. Да, все, слушай, больше брать нечего. Значит, мы со своей сеструхой прёмся туда, где у нас был колодец. Я вообще не помню. Колодец. Вот сюда и прямо идем. Ну же, давай, нам надо бежать. Да все, ее тут повело. Я, говорит, тут останусь. Майя? Плохо дело, не открывается. Что мы будем делать? Это должен быть ключ. Я пойду и поищу его, это не займет много времени. Не уходи. Останься здесь, со мной. Все в порядке, я же вернусь. Но ты мне обещала. Не оставляй меня. Мио, пожалуйста. По идее, голова пролезет, все полезет. Раз. Два. Три. Ее надо за голову потрогать. Не отпускай. Пожалуйста. Флэшбэк.
А, но она чувствует свою вину, то, что она когда-то отпустила, и та упала. И повредила себе ногу. Мио, подожди меня. Ну же, Майя, бери скорее. Подожди. Мио, прошу, не оставляй меня. Тресь, она упала, да. Руку отпустила и побежала. Майю. Майю. А она там валяется. Извини, мне так жаль. Не уходи. Прошу тебя. Но если я не сделаю это, то ты... Это не важно. Останься со мной. Навечно. Майю. Тут бывает то, что они иногда ошибочки с тобой, со мной, вот знаешь. Прошу, не оставляй меня. Я быстро вернусь. Обещаю. Это не займет много времени. Я вернусь. Перед тем, как ты узнаешь что-то там. Моя старшая сестра вновь хочет бросить меня? Нет? Короче, голова закончена. Тайная церемония. Конец. Сейчас вот, как только она повернулась... Покурю и вернусь. Кстати, да, можно на перекур сходить. И потом пятую главу забацать. Когда она сейчас повернулась к ней спиной, она такая чик, и сестра начала трещать-то не своим голосом. Сейчас следующая глава, идем туда к колодцу, ключ применяем. И у нас получается, мы выходим на улицу и идем в дом другой. То есть локация еще больше будет. Ладно. Давай, сейчас я подойду, 3 минуты. Перекур.
Поехали. Так, вот здесь перепишем сохранение. К мужику надо, к пацану этому идти. Глава 5, жертва. Всего 9 глав. Теперь середина игры только. Мне надо найти ключ. Карта дома Асаки. На карте из камеры должно быть указано местоположение ключа. Млечный путь только дослушал. На карте написано дом Асаки. Может быть, ключ там. Может быть. Пойдем нам туда. Наконец-то не уходи. Да пошла ты в жопу. Останься здесь со мной. Не уходи. Но вообще, ты собираешься оставить меня? Ты собираешься вновь меня предать? И хохочет. Но у нее, в общем, этот, как он. Колпачок-то потек у нее. Но хотя бы она не будет мне мешать уже, слава богу, фотографировать. Мне и так управление мешает. Вон там падла сидит. Ну, прям голимый звонок. Здрасте. Ждем. Ждем. Может, поближе попробовать? Нахер не буду рисковать. Эх. Чё там? Старшая сестра, не уходи, давай попьем пивка. Водочки немножко. Прямо возле двери. Через. У них там как раз будка открыта. Короче. Да. Сейчас мы ее заряженным ударом долбанем. Не знаю, как по мне, вот там вот такой здоровенный проем, вот в этой вот дверце, в окошке, там где сестра сидит. Как бы, как говорится, голова пролезет, все пролезет. Могла бы выбраться, если захотел. Мозги мне ебет. Ну, специально, наверное, там засела и говорит то, что она пройти не может. Давай, щелкай. Бля, вот он. Только нацелишься, падла. Тихо, валим. Валим, валим, валим. Блин, маловато зарядил. Да, чуть-чуть совсем урона. Ну, похер, давай по чуть-чуть хотя бы. Что-то Fatal Frame на нее как-то вообще не действует. Как бы эта бледва еще не портовалась. Ну как ее откинула. Шикарно. Ну и где она? Нахер пошла. Да. Бля, у нее еще жизни есть. Недобитая. Ну тут осталось-то ее чуть-чуть, да, вот так вот. Пойдет. Закошмарили ее. А, еще надо? Ах ты, сучара гнойная. В смысле я ее не добил? У нее еще жизни есть, что ли? Блять, я ее застанил каким-то макаром. А почему она синяя стала вдруг? Что за херня происходит? У нее же кончились жизни. Разводят, суки. А хер вообще не попал. Бля, она меня чуть не ёбнула, кстати. Ай, бля. Твою мать.
Таранит просто меня вообще. Первый раз такого призрака вижу. Ты вроде ее убил, а у нее еще жизни выросли. Ну на тебе еще ебасос. Подохла? Наконец-то. Пиздец вообще. Сожрала две хилки у меня, гнида. Хули делать, давай лечиться. Давай, давай, лечиться. Осмотреть. Здесь огромная дыра, она почти похожа на колодец. Давай. Из дыры доносится жуткий звук ветра, в ней слишком темно, чтобы увидеть, что на дне. Это не похоже на колодец, куда она ведет. Так, а вот этот шарик ты не хочешь забрать? Вот, шарик может. Так вот, первый раз я таких призраков вижу, то что ты его мочишь, а у него херак еще жизни появляется. Как так? Так дела не делаются. На, у меня только 3 хилки осталось. Ключ 8 молотов. Да, выйти наружу. Это выход в деревню. Фонарик снова заработал. Да наконец-то, неужели? А я, кстати, даже узнал, где я нахожусь. Все, попиздили на мягких лапках. Я, получается, сейчас вышел с обратной стороны этого дома. Основные двери не работают, потому что на них какая-то печать там кровавленных следов, там что-то такое. Сейчас мы идем. У меня два варианта. Либо дом, где пацан сидит за решеткой. Либо в дом... Кто тут? Блять, кто есть? Ну-ка, давай по берегу пробежимся. Ну, я тут фоткал одну какую-то проститутку. Может, с этой стороны теперь она появилась? Короче, нужно либо в дом, который пацан там за решеткой сидит, либо в дом, где у нас мужик там какой-то ходил, там еще ступеньки такие. Вот эта курва там. Блять, опять она. Блин, она душная такая. Конечно, капец. Тихо. Она спереди. Текаем. Пошла в очко. Давай, ну чё ты? Мандашвили разлеглась еще. Сфоткал? Нет, не сфоткал. Да нихера ей урона не наносит. Она быстрая, как понос. Фатальный кадр. Еще раз. Но второй раз не получилось. Ладно, давай так. Фиг. Сейчас я еще ее попробую. Фотоохоту про нее произвести. Блять, надо валить отсюда. Здорово, Серег. Бежимте, бежимте. И она прям передо мной где-то хочет вылезти. Стопудово из-за моста. Ну-ка. Вот так вот.
Точка, не хватает мне энергии. Ну, поймайте ее. Бля, надо драпать куда-нибудь подальше. А ты не любитель, блядь, просто тебя закрыть в какой-нибудь маленькой комнате с призраком, который ныкается за стенками, и потом дрючь его. 10 тысяч лет. Давай так хотя бы. О, она опять загорелась. У нее опять это говно. Либо я их так глушу. Я пока хер знает. Бля, но пленка очень долго грузится. Ну-ка давай вот этой сильной ее долбанем. Вот так как-то. Блять, пиздануло чуть-чуть. Чуть-чуть, я чуть не отъехал, ни хрена. Вставай. Вставай. Надо быстренько уебывать. Ну беги ты. Транда, блядь. Ай, блядь, предметы, что у нас? Святая вода придется, да, наверное? Не, давай все-таки лекарства сначала мы захаваем. Да ладно. Ну как так-то? Блять, курва, вот бесит она меня. Она прям перед тобой в любом случае появляется и все. Грызет тебе. За жопу. Придется в воду святую ебать. Где это говно? Вон там она. Пизду, побежали. Вперед. Блять. Да вы угораете, что ли, нахуй, а? Ебать, она душная вообще. Нахер пошла, хоть так ее задамажить. Пиздец. Похуй, давай так. Все. Жопа, столько ресурсов на нее ушло вообще. И что мне за нее дали? Восемнадцать косарей есть. Ну-ка, давай посмотрим улучшение, что круг. А это... Нет, это количество шариков. Увеличивает скорость накопления. Блин, вот это бы надо накопить, конечно. Нет, все-таки давай круг мы вкачаем. Просто по порядку. Но, как правило, на каждой локации по чуть-чуть у тебя валяется там трав всяких. Какого другого дерьма. Интересно, почему они начали получать дополнительную энергию? Ну, типа, ты валишь, почти завалил призрака, у него херак опять полполоски здоровья. А то и больше. Это странно. Так. Вот у нас здесь. Здесь одна дверь. Причем мне даже не показали, куда идти. Есть какая-то карта. Но она мало чем информативная, конечно. Заперто. Значит, вот эта дверь. По крайней мере, мне так кажется. Вот следующие ступеньки, вон там. Ну, мужик ходит. Да, блядь. Ну, камеру начинает мотылять. Быстрее он сейчас съебет. Да ладно, я его не сфоткал все равно. Блядь.
Короче, мне туда, где мужик ходит. Видимо, я здесь могу войти внутрь здания. Да, давай. Дом Кири. Кирилла дом, короче. По-мудацки, конечно, такая тема получается, что ты, блин, открываешь, а точнее, наводишь объектив, а он раз вниз уехал. Все, пиздец. Чё делать? Так, наверное, мы здесь посмотрим еще разок. Я тут хоть и был, но мало ли, может что-то новенькое появилось. Да, хер раз два, все пособирал уже. Потом наверняка и эта дверь откроется. Хоть фонарь дали и сестру забрали от меня, и то хорошо. Помешалось. В смысле дверь заперта? Вы что, охуели? Значит, мне вообще не сюда. Значит, не в этот дом. Подожди, тут двери две, что ли? Ну да, ты через одну приходишь. Киношка. Мстители, часть вторая. Подвал какой-то. Да, дохера мне об этом что сказала. Ну-ка, смотреть. В проектор вставлена старая катушка с фильтром. Забрать катушку. Это старый проектор, дома он исправен. И на нем можно посмотреть катушки с фильмами. Нет, пока ее не будем заряжать. И отойти вообще от проектора. Вот, кстати, на блоке, по-моему, сюда можно было пройти. Сейчас что-то тяжелое тут висит. Не заглянуть. Похоже, что дверь заперта. А дверь, может быть, отпирается. Когда я вставляю пленку. Нет. Очень странно. Я что-то въебать не могу. Мне надо с пленкой отсюда выходить или без пленки. Давай попробуем забрать эту пленку с собой. Дверь заперта. Тут тоже ни хера нету. Давай выйдем. Хорошо. Эта шляпа открылась. Может быть, мне вообще не туда? На заставке главы
Показывали пацана, который там за решеткой тусит. Может, к нему сбегать? Да, не будет тут нихера. Ну давай до кучи дверь дернем. Вдруг проектор, когда у тебя пленка с собой, проектор открывает дверь. Может быть. Но нет. Давай вспомни, где поцик этот сидит еще. Я вспомнил, кстати. Я вспомнил, он у нас сидит за решеткой. Где дверь? Ну, откуда мы пришли вообще в этот, в эту деревню? Я, значит, неверно пришел. На выход надо. Тут же закрыто. Теперь мы сюда идем. Идущая за бабочкой. Какую херню за нее накинули. 165 очков. Десятки тысяч нужно, чтобы прокачать камеру. А они мне за таких призраков накидывают по чуть-чуть вообще. Ну я правильно иду. Потому что мы сбежали, она сказала. Уже 300 очков. По логике вещей мы должны... Я должен буду получить за следующий кадр. 600 с чем-то. 70 очков. То, возможно, будет лучше, если мы пойдем на фестиваль. Чего? На фестиваль собралась. Гулянки ей нужны, короче. Да все, пошли. Ключик, да? Аккуратненько. Что деваха забыла за... Блять. Что деваха забыла в заброшенном поселке? Она этот... Ну, кстати, меня не успели задамажить. Они с сестрой гуляли по лесу, и сестра увидела бабочек алых. И пошла за этими бабочками, как это, как оглашенная, короче. Вот. Бзик у нее, короче. Она ничего не слышит, она ее зовет, а та сестра прется и прется. И в итоге вжух они оказались в лесу, в темном, в темно-синем лесу, где трепещут осины. А вот. И все. И они оказались в деревне. Рядом с лесом и там была деревня, заброшенная с призраками. Ну и в этой деревне проводили ритуал, который закрывает врата в ад. При этом ритуале нужно замочить то ли одну, то ли вторую близняшку, то ли обоих надо. Вот такой вот, в принципе. Вот и весь сюжет вкратце. На полу лежит старый дневник и кусок кристалла. Дневник с бабочкой. Яе. Как ты могла сбежать без меня? Ну, то есть Сае и Яе — это предыдущие, кто в ритуале участвовал, девахи-близнецы. То, что случилось с Ицуки, это наша вина. Мы обещали, что всегда будем вместе. Хорошо. Ну, это тут флюорит, этот я уже слушать не буду, это записочки местные. А дверь заперта по-прежнему. Блин, ну давай к пацану подойдем. Ну не зря же тут маромойка эта тусила. Яй, сюда. Это пацан тут сидит. Давай, ключ к камере. Я уверен, что он хранится в доме Асаки. Тебе придется открыть замок вертушку, чтобы спуститься в подземный проход. Осмотри алтарь, чтобы найти замок. Чтобы открыть его, тебе придется сделать так, чтобы цвета четырех крыльев совпадали. Скрытая дверь в подземелье откроется только тогда, когда ты разберешься с замком. Не сдавайся, вы можете выбраться отсюда. Ключ к
Ключ к камере должен быть в доме Асаки. Чтобы спуститься к ним в подвал, тебе нужно открыть замок-вертушку. Осмотри алтарь. Там должен быть механизм замка. А какой алтарь-то? Вы должны бежать обе. Мне за бабочками тоже надо идти. Не, бабочки туда идут. Походу туда, к алтарю, в самое начало надо пердолить. Сейчас посмотрим. Там, где бабочки летают, верное будет направление. Наверное. Не точно. Алтарь у нас вот здесь. Но тут этих алтарей ебаная тьма, как бы они тут в каждом доме могут быть. Какой именно алтарь? Вот в чем дело. На этом алтаре должен быть механизм. Я помню, как эти механизмы выглядят. И эти загадки с механизмами можно только рандомно, по-моему, решить. Нет, ни хера тут нет. Значит, не этот алтарь. Значит, слово алтарь у них тоже. Я не знаю, где искать, короче. Дом Асаки, значит, получается, это где пацан у нас белобрысый сидит. Алтарь какой-то. Какой алтарь? Где он может быть вообще? Чё за помехи тут? Может быть, алтарь вон там, наверху? Да, так он может и в доме быть. Да нет, наверное. Не должен. Дверь заперта на замок. Ну, это потом откроется только. Не знаю, давай сюда пробежимся. Где у них алтарь? Оп, кто-то есть. Кто-то где-то. Он уже исчез? Вот, где-то тут. Так а чё, справа, слева, чё, где его искать? Где-то сверху показывают. Теперь снизу. Справа. Ну и чё, где? О! Пацан повесился. Мужина. Мужчина в тенях. Не знаю. Может быть, верно иду. Давай сначала наверх сюда поднимемся. Тут может быть алтарь. Где-то нужно такую крутилку с лепестками найти. Дверь заперта. Блин, а мне же не туда, к сестре возвращаться. К
Кстати, я туда еще прямо не бегал. Вот как спускаешься, сразу налево. Может быть, у них здесь алтарь? Среди корней этого древнего дерева есть отверстие. Похоже, что это пещера, но там слишком темно, чтобы можно было что-то разобрать. Замечательно. В первом доме, в котором мы появились. Ну, появились-то мы в тропинке. Вот первому от алтарю сбегал. В другом доме там явно нечего делать. Самый первый дом, который я прошел. Не знаю, кроме как к сестре бежать обратно, у меня как-то вариантов больше нет. Больше нигде, в принципе, алтарей не видел, как вот по дороге. Хоть бы показали, куда идти, что ли, я не знаю. Давай, толкай. Здесь эта падла плавающая, опять тут не будет ее. Хрусь, 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 хрусь. Ну, это явно алтарями нельзя назвать. Дверь, наверное, вот это не работает. Надо в обход идти. Так. Ага, фонарик у нас в этом вообще доме не работает. Я понял. Бля, причем я даже не знаю, где какой замок этот искать. Пойдем к сестре поздороваемся, что она там одна хохочет. Не все же ей одной развлекаться, правильно? Может, она в курсе, где алтарь? Мне надо, говорит, ей помочь и все. Я вообще реально не врубаюсь. Вот алтарь какой-то. Если это алтарь вообще. Сразу два, три призрака. Да, конечно, можно сюда не идти. Тихо, надо наверх. Их тут трое.
Причем они как-то из полов везде, короче. Хихикают. Ну и чё, где они? Отвалите, они меня окружают. Так. Короче, главное на месте не стоять, а то они тебя поймают. Так а где они? Вот, вижу одну. Да, бля. Ну, вон он. Прям за стеллажом стоит. О, двоих можно? Блять, долго слишком. Да похер, давай по чуть-чуть их лупить. Да, у меня так жизни не хватит. А я помню то, что с этими детьми тогда еще мудился. Бля, на Fatal Frame его не поймать, сучка. Пизда. Ду-ду-ду-ду-ду, давай. Что, святая вода? А, у меня и нечего даже, да, хилиться. Замечательно. Они просто со всех сторон. Пойдет. Беги, ну. Короче, я тут с малыми этими надолго, походу. Тоже пойдет? Ну где? О, сразу двое. Пока целишься в одного, тебя второй хватает. Ну как так-то? А потом и этот прыгает. Ну. Пойдет. Хоть как-то. Похер, вот так сойдет. Эх. Они тут сразу же втроем на тебя налетают. Бля, ну вот это жесть, конечно. Давай так. Ну. Если бы еще они не портовались, было бы прикольно.
Вставай. Все, завалили меня. А хули Майя? Так. Походу надо к ним все-таки идти. Наверное, все-таки надо будет какую-нибудь самую хорошую пленку поставить. Иначе она долго не проживет просто. Наверное, с этих малых и должен выпасть этот механизм, но будет отстой, если я просто так это делаю. Ну вот куда ключ вставлять, я что-то вообще без понятия. Сеструля все хохочет. Камера. Давай мы поставим какую-нибудь пленку. Вот эту вот. Будем пробовать их так ловить. Так вот. Ну, слушай, я ему урона хотя бы побольше нанес. Ну, вставай. Странные дети, блядь, отстой, а. Фоткаешь одного, тебя два грызут еще. Как много у них снимает эта пленка. Не за всеми тупо не успеть, какая-то жопа.
Вот где они, блядь? Просто со всех сторон. Пошла ты нахрен. Двойной, кстати, кадр даже получился. Я не знаю, когда я второго поймал. Ну, вот так вот еще. Одна сдохла, ну наконец-то. Их хотя бы теперь двое. О, ну-ка двойной кадр. Похер, вот так давай. Все, второй отлетел. Долбаные дети, а. Ну и чё, где? За этим стеллажом. Вот как? Он же за этим стеллажом был. И он тут же просто появляется прямо перед тобой. Наверное, самые мудацкие призраки в игре. Где этот уёбок мелкий? Вот так давай, по чуть-чуть у него будем снимать тогда. Он же стоит. Почему ты не можешь его сфотографировать? Где он? Теперь вообще он не выходит. Давай так. Это какой-то попадос вообще с пацанами этими. Ну так. Все равно задел. Последний кадр ему осталось сделать. Где он? Пойдет, вот так. Все, наконец-то. Ой, блин. Эффект увеличивает шкалу заряда метра вдвое. Требует спиритических очков 0. Увеличивает урон от обычных снимков вдвое, увеличивает шкалу заряда мира, что позволяет накопить больше спиритической силы. Давай посмотрим, что. Куда его можно? Давай вот эту бабочку поставим. Короче, мне даже не сюда надо было идти. Может быть обратно, вот к этому алтарю надо? Подожди, он не тут. Какой алтарь вообще? Я запутался нахрен просто.
Трое детей хотя бы завалил. А, блин, сколько они мне крови-то попили. Ни хилов, ни хера не это вообще. Прям настоящий survival horror. Лечилок нет. Пленок нет. Дверь заперта. Еще и идти не знаешь куда. Этот пацан сказал идти туда, к алтарю. Я обошел всю карту. Наверху у нас библиотека. Вот это вот чем не алтарь? На алтаре лежат различные предметы, которые, видимо, использовались во время церемонии. Это алтарь. Он подписан как алтарь. У них есть еще какой-то один алтарь. Что там? На столе стоит курильница, заполненная пеплом. Хуя у них пепельницы какие борзые. Вот это вот единственный алтарь, который я помню. На стеллажах может быть что-то. Как вариант, это скрипт может сработать, если ты с пацаном поговоришь, а я с ним не разговаривал после загрузки. Веселуха. Кстати, сестра перестала смеяться. Уже, видимо, не до смеха ей. А вот, все нормально. Короче, я потерялся. Пойдем еще с ним поговорим. Может, он напомнит, куда идти. А нет, так придется, получается, вообще все обходить. Прям с самого первого дома. Каждую дверь заглядывать, каждую комнату осматривать. Искать алтарь. Я нашел один алтарь, единственный, по-моему, который был тут неподалеку. Ну как неподалеку? Пол карты надо пробежать, чтобы до него добраться. А, не работает? Это не тот алтарь. Какой из них? Я тогда вообще без понятия просто.
Если идти наверх, а пацана вообще туда не пускают. Вот по скрипту мы видим эту тетку. Один раз. Потом мы ее видим дальше. Идущая к складу девушка. Второй раз мне за нее больше очков навалили. Я ее, видимо, не так как-то фоткаю. Если это то, что случится, то, возможно, будет лучше, если мы пойдем на фестиваль. Вот она тут стоит, плачет. Колодец высох, а свет фонарика все равно не может достичь его дна. Из глубин колодца идет слабый поток воздуха. Дневник. Так, у нас тут рука, да? Летающая. Нет. Ну не может же мне. В радио. Писаться. Куда мне идти? Леорит. Возвращайся. И возвращайся быстрее. Не оставляй меня одну. Здесь темно. Не люблю. Я ненавижу. Ну как это может информация помочь мне в разгадке этого квеста, куда идти элементарно? Не знаю, пойдем к этому белобрысому, поговорим по душам. Ключ к камере. Я уверен, что он хранится в доме Асаки. Тебе придется открыть замок вертушку, чтобы спуститься в подземный проход. Осмотри алтарь, чтобы найти замок. Чтобы открыть его, тебе придется сделать так, чтобы цвета четырех крыльев совпадали. Скрытая дверь в подземелье откроется только тогда, когда ты разберешься с замком. Не сдавайся, вы можете выбраться отсюда. А какой алтарь? Мать твою. У нас же тут один алтарь, правильно? Бабочки тут летают. Но это же не алтарь, правильно? Вот какой алтарь имеется в виду? Где он может находиться? Я уже просто во все стороны сбегал. А еще раз наверх сходим. Может быть сюда даже, но вряд ли. Тут нет алтаря. Блин, а про какой он дом говорил?
Может быть, мне действительно сюда? До Масаки? Вот какая-то штука лежит. Очень интересно. Эти два. Пленка нулевая. Это хорошая находка. Вот, это вот у них называется алтарь. В какой-то комнате неприметной. Я даже забыл то, что этот дом называется дом Асаки. Это во-первых. Во-вторых, в какой-то комнате неприметной. В неприметном темном углу у тебя есть сливающийся с обычным антуражем. Есть какие-то крутилки. Ты, по-моему, рандомно только можешь это дело найти. Я не знаю. Теперь будем рандомно загадки решать. Поворот. За три хода. Надо это открыть. Механизм перестал работать. Видимо, вращать вертушки можно только определенное количество раз. Я видел. У меня 4 хода. Нет. Загадки будем рандомно эти решать. Почти, кстати. Один раз вот эту, потом один раз вот эту. Блин, зеленая с этим не совпадает. Хм. Прекрасно не совпало. Один раз так. Один раз так. Тоже не то. Главное, чтобы все лепестки совпали вместе. Сейчас же все совпали. А, блядь, тут красная не совпала. А там синяя. Ой, зеленая. Зеленым по-любому крутим. Ну тут чисто случайно, по-моему, это можно решить. Вот одну из этих точно надо крутить. Вот синие с красным один раз точно надо крутить. Раз. Два. Да. Просто покрутил рандомно, она открылась. Похоже, открыла замок. Панель на стене теперь должна быть открытой. Так, а я бы еще сбегал. И в этом доме бы посмотрел еще кое-что. Может быть, вот в этих комнатах вдруг что-то есть еще полезное. Если там нулевая кнопка, этот как его, пленка нашлась, то может быть что-то еще. Женщина у веранды. Я же сфоткал.
Где мои очки? Да отвали ты. Ну вот. Придется еще водички бахнуть. Второй раз схватит она меня или нет? Журнал геодезиста. Существует множество типов каменных стражей. На тех, кто расставлены в этой деревне, изображены близнецы. Я прочитал о них кое-что в одной из найденных в этом. Я заглянул в высохший деревенский колодец, но внутри было так темно, что не смог ничего разглядеть. А единственным издаваемым звуком были порывы ветра. Видимо, вода в нем высохла очень давно. Никто не пользовался колодцем. Местное святилище находится в конце длинного пути со ступеньками и всегда окутано туманом. По всей видимости, оно очень старое. Но постепенно, на века, и на нем не видно никаких повреждений. Вход украшен большой бабочкой. Я пытался найти врата Тории, через которые мы пришли в эту деревню, с самой высокой ее точки, но так и не нашел. Хорошо. Все, тут больше нечего смотреть. Здрасте. Из-под низа дует холодный ветер. Ну давай еще заглянем сюда. Только аккуратненько. Пять штук в пленке 90. Ну надо ж. Как щедро. Еще и тут можно посмотреть. Слушай, ну они прям напихивают. Я уже тут осматривался, да? Давай на второй этаж забегаем. Я только в одной комнате, хотя не хотел туда идти, в одной комнате уже две пленки нашел. Причем хорошие пленки. Нулевого типа пленку вообще дают, по-моему, раза два за игру, за три, может быть. Сейчас вот быстренько бежать. Я, блин, ключ искал 20 тысяч лет. Не, не ключ, а куда идти вообще. Ну вот, еще какие-то предметы. Ну, быстрее. Пацан сейчас исчезнет. Засчитали? Я такое ощущение, что не засчитали. Слушай, ну да, в эту комнату тоже надо идти. Один. Ребенок на балке. А почему первый раз не получилось, я не знаю. 2000 очков, ну ни хрена себе. Лихо. Куда я пришел? Отсюда вроде. Может, есть резон по новым локациям побегать? Ну, в смысле, по старым. Пособирать всякую херню. Этого точно не было. Еще немного очков насыпали. Стой.
Где-то тут кто-то есть. Как к ширме подходишь? Может, на обратной стороне повернуться в обратную сторону как-то? Не могу понять. Где-то тут это. Вот здесь звук появляется. Очень странно. А где? Где? Этот пол, может быть, надо сфотографировать. Я что-то ни хера не пойму. Что надо фоткать? Я в жопу, короче. Что-то появляется на секунду, я не могу понять, что. То ли пол, то ли потолок, то ли стены. Не знаю, не поймать. Еще один есть тут, одна комнатка. Что-то лежит. Ну, наконец-то, травяное лекарство. Я уже забыл, как оно выглядит. Кстати, мне лечиться-то там не надо? Не. Все. Теперь можно спокойно заходить там, где алтарь. Вот где-то эта штука. Неподвижная женщина. Это я ее через потолок, ой, через пол, получается, видел. Я ее через пол, получается, видел. Первый раз такое дело, что у меня объектив реагирует на людей внизу, которые через пол находятся. Что-то еще вот здесь можно осмотреть. Эй-эй. Уже нельзя ничего смотреть. Ладно, выходим. И в подвал спускаться. Там должен быть ключ от сестры. Я хотя бы сфоткал, кстати. Сколько у меня на улучшение? 14 тысяч.
Ну, надо не меньше 30. В общем, еще долго копить. Бля, ну вот серьезно, как вот этот алтарь можно заметить? Я вообще не представляю. Вот как? Вот он, то, что он тут находится. Это же даже не алтарь. Это непонятно что вообще. А то, что дом Асаки, это ты, наверное, забываешь, как только его сразу из него выходишь. Да, очень странное дело. Исследователь подземелья. Как он быстро выскочил. Ого, тут предметов. Аккуратно. Аккуратно. Принит. Ну, это на радио послушать. Спасибо, не надо. Вот это. Пик, пик. Зеркальный камень. Возвращает персонажа к жизни, разрушается вместо него. А, ну я его взял, значит, когда-то он у меня был. Когда-то он у меня, значит, был собран. Я его, видимо, уже успел потратить. Ну и пленки немножко. Правда, пососный. Там еще что-то в сундуке лежит. Ну, это эти как обиженные или как их там? Которым глаза зашивают. То дело в том, что они на звук идут. Надо вообще не двигаться. Ключик от сеструли. С ними мы потом будем, по-моему, драться. Или сейчас. Не знаю. Вот дура. Текай от него. Надеюсь, он тут один. Он за стенкой стоит. Вот так вот. Бежать надо, бежать. Ну быстрее. Бля, ну что-то он куда-то уперлась. Почему я бежать не могу? Ну быстрее. Разрушение. Вставай. У меня одна трава есть, а что? Сожрем ее. А что делать? Survival. Вот так, чтобы подольше он за нами шел.
Где-то тут он. Хорошо, хоть он один. Все, наконец-то я его добил. Да, как все сложнее и сложнее. Здорово, дома. Дал Симы Street Fighter. Я давненько уже в Street Fighter не играл, не знаю, что за персонаж. Каменная стена обрушилась, интересно, куда вел этот туннель. Да подождите заглядывать везде. Вот это вот подбирай. А, это и заглянуть. Тогда у нас вот здесь. В сундуке что-то валяется. А, индус, тогда да, тогда индуса помню. Он, по-моему, на Денде у нас был, или он во всех частях Street Fighter есть, как основной персонаж. Катушка с фильмом 7, но это мы потом посмотрим. Там все равно он в себя прям ничего информативного не несет, этот фильм, там, сюрреализм какой-то. А, вот теперь она видит с другого ракурса этот шарик, ржавый ключ. Ну, сестру открывать. Куросава, грязная подсобка. Да, сестру пойдем сейчас освобождать. Заглянем в этот тоннельчик. А там одно большое нихуя. Похоже, что за камнями есть проход. Этот путь должен вести в другое место. Сейчас здесь не пройти. Ясно. Это, по-моему, проход, если я не ошибаюсь. Если ты вот... Где дерево большое, что-то заходишь там, зыришь. По-моему, где дерево. Что за... Мне надо найти Майю и быстро. Я так полагаю, у меня время пошло. Надеюсь, что нет. А пошла, может быть, она в очко? Давай так попробуем. Я, блядь, или замочить ее? Да, нахер, нет. По-моему, ее ебнуть проще, чем она мне будет потом грызть вообще везде. Давай-ка мы пошире. Пошире сделаем себе арену. Все равно она вроде тетя несложная. Это самый первый такой призрак. Ждем. Ждем. Вот так вот. Резь. 51 урона всего. Что-то как-то несерьезно. Это зеленая пленка, кстати сказать. Вторая по мощности. Охер. Третий раз ее надо точно будет щелкнуть. Так, она сзади, по-любому. А теперь спереди. Что-то я не пойму, где она. В середине комнаты, что ли? Ну да. Тихо. Надо валить. Жизни нету ни хера. Травы давненько перестали давать. Надо травы. Она где-то за стеной, что ли, опять? Вот эта сучка. Похер. Некогда ждать. Некогда объяснять. Она за мной, по-любому. Да-да-да. Как только ты призрака не видишь, жди его где-нибудь сзади. Хуёво, когда они прям за стенки тебя хватают. Давай попробуем в середину встать. Вот так вот. Чик. Добил. Бля, можно было бы, кстати, обычной пленкой ее уработать последний раз уж.
Апельсиней пленки у меня до хера. Зеленой нет. Да, зеленой было-то, ее один раз только дали мне, и пиздец, она кончилась, короче. Так, ну чё, мы как раз успеем добежать до сеструли своей. И открыть её. Да, мне сюда. Да, ну кто бы мог подумать, то что реально тебе белобрысый чувак говорит, куда идти, а ты просто идешь, как бы оказывается тебе вообще в самый первый дом, самый неприметный угол вообще, самый темный, наверное, там где ты еще камеру нашел. По идее на тех же местах, где ты уже был, ну не должно ничего появляться, ну где ты уже подбирал какие-то предметы, типа, тем более такие ключевые, как камера. А тут тебе и вот сюда же, и в это же место. Зачем так делать? Причем там четко, он же говорил то, что тебе нужен алтарь. И подумал сразу же, нужно в этот дом идти. Красными фонарями, вот там вот комната. Там алтарь. Самый что ни на есть алтарь. Да. Короче, я фактически целый час. Целый час я просто так пробегал. Просто чтобы рандомно зайти в какую-то первый дом и уткнуться в первый угол почти. Да. Но в этом доме я много полезного собрал. Несколько пленок хороших. Сколько? 2, 3. Ну и потратил жизни хилов разных. Чуть. Шу-шуть. А сейчас до сестры добежим, да сохраниться можно. Почему в этом доме определенном... Только в этом доме у нас свет не работает. Кстати сказать, может я может получится прощемиться. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, вот надо было им тут появиться, я не понимаю. А все, а надо драться уже. Их тут двое. Надеюсь, они не будут паркироваться. Вот так вот. Бам. Что происходит? Двойной кадр. Так, бежим. Да что? Давай, бежим, 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 блин. Жесть вообще. Давай хоть так. Все. И текать. Ну тут хотя бы место побольше, чтобы с ними драться. Здесь их там двое сразу.
Двойное? Да, вроде обоих там завалил. А хилов-то никто не дает. Скоро будет самый натуральный, прям этот survival horror. Сейчас у меня вода святая кончится и все. Будем загружаться каждые 2 секунды. Настолько, конечно, мне ни игра не подгонит, там 508 еще трав. Ты наконец-то пришла. Она меня называет другим именем. Ой, дверь открылась. Как мило. Бля, я ничего тут не пропустил. Сейчас прям вообще все-все надо собирать. Дверь открыта. Раньше она была плотно заперта. Майо. Но я же обещала ей, что вернусь. Похоже, мне уже не нужен этот ржавый ключ. Ну, не нужен, так не нужен. Что-то осталось еще. Давай заходим. Беги, и ты снова оставишь меня. Интересно, для кого эти надписи? Опа. А ручки-то вот они. Записка Майя. Ицуки, прости меня. Я должна найти тебя и попросить прощения. И у тебя Читоси. Что такое Читоси? Беловолосый мальчик. Под запиской была старая высохшая фотография. С подписью. Такой же. Беловолосый мальчик. Теперь вы двое должны сбежать. Не возвращайтесь. Хорошо. Яи, подожди. Не оставляй меня. А, Саи, быстрей. Не понял, это что, близняшки так же бегали, что ли? А где вторая? Нашли ее следы? У нас было очень мало времени. Мы должны найти ее и быстро. Я ей вернется. Я знаю, она вернется. Быть может. Снова к бабочкам. Мне сейчас показывают, куда мне идти надо. Туда, за сестрой. Знать бы, что они еще болтают. Мне вот в этот дом. Мне вот в этот дом идти надо будет. Да, и все тут делать нечего пока. Полетели коротким путем, по-быстрому, наверное, получится добежать. И... дом Кири, который, где я пленку просматривал. Он туда пошла. Если, конечно, флешбеки были правильные. Че она туда, интересно, ломанулась в этот дом? Помню, что какой-то вот будет такой головоломка какая-то с этими, по-моему, с фильмами. Кажется, их надо будет так же, как и книжки, расставить. Но это не точно.
Хрось, 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 хрось. Что-то прям очень длинная глава, я скажу. Вторая это четвертая шла. Четвертая глава шла 3 часа. О, не 3. Ну, 2 примерно. Да, 2 часа. Четвертая глава шла, и это тоже почти 2. Угу. Маю. А за ней крадется тетка со сломанной шеей. Женщина в проходе. И теперь у меня будет работать вот эта вот дверь. Там, в переходе в этом. Мне прям показывают. Давайте внутрь здания. По идее, сейчас должна глава начаться. Другая. Все загадки вроде с пацаном мы решили, по крайней мере, на данный момент. Дверь плотно закрыта, а Майя все же как-то сюда зашла. Может, есть другой вход? Или мальчик, запертый на складе, знает, как открыть эту дверь? Ну вот. Бам. Что заряд не набирается? Вот так вот. Ну пока вроде нормально идем. А не за дело. Попробуем посильнее ее жахнуть. 30 урона всего. Очень мало. Максимальный кадр. Побежали в обраточку. Мы ее подзаморозили маленько. Нормально вроде треснул. Давай, иди сюда. Все, бежим в другую сторону. Слушай, ну с ней вроде поудобнее, чем с мужиками драться этими слепыми. Прям подождем по максималке. Почти. Слабое изгнание, и у нее опять жизни появились. Твою мать. Ну и где она? Да вы издеваетесь. Ладно. Она мне зеркало, кстати, этот зеркальный камень разбила.
Эй, я же ее на снимок сделал. Ошибись. Нет, мы с ней биться будем потом. Это вообще бесполезняк. На следующем стриме ее добьем. Спасибо всем за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи.